старт на фініші. Головний вибір – не головний. Це не кінець, це лише початок. Попереду нова виборча кампанія і ще важливіша – вже з цього літа. І обіцяє вона бути ще жорсткішою і напруженішою. Як не втратити здорового глузду? Де черпати мудрість і терпіння? Отже, чого очікувати від зміни керманича держави? Зміна уряду? Нові альянси чи старі реванші? Реалії та міфи? Вирішальний місяць, чи вирішить він проблеми? Дефолт, імпічмент, дострокові парламентські, а можливо і місцеві вибори? Як події у столиці позначаться на Дніпропетровщині? Думки, прогнози та передбачення майбутнього країни і кожного з нас від провідних аналітиків та експертів не лише Дніпропетровщини, а й України прямо зараз у студії «Граней». Андрій Шуліка – політолог, кандидат політичних наук. Я щиро рада вас вітати у студії «Граней». Доброго вечора. Юрій Райхель – один з найбажаніших і найцікавіших для багатьох експертів. Він сьогодні у нас як міжнародний оглядач. Вітаю вас. Кирило Огданський – кандидат економічних наук, доцент, заступник декана факультету публічного управління та адміністрування, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління. Мої вітання. Доброго дня. Ну і мені дуже приємно сьогодні бачити у студії «Грани» і дуже хочеться почути такі, знаєте, вагомі поради від Максима Рауцького, кандидата психологічних наук, доцента, тренера і консультанта. Вечора доброго. Я щиро, безперечно, щиро завдячу, що сьогодні ви долучилися до цієї дуже відвертої і такої важливої для кожного з нас розмови про наше, по суті, життя кожного дніпряни, кожного українця. Другий тур президентських перегонів 2019. Фантастичний кредит довіри від українців отримав на президентських перегонах Володимир Зеленський. Понад 73% проти майже 25%. На Дніпропетровщині у другому турі його підтримали до 90% тих, хто прийшов на виборчі дільниці. ЦВК завершує опрацювання протоколів. А що ви скажете про такі підсумки шостої за ліком президентської кампанії за незалежність України? І що скажете, як гадає, чи виправдає обраний президент такий кредит довіри? Пане Андрію. В принципі, вибори, всі соціологічні опроси говорили о том, що вибори будуть похожі. Тобто кандидат, фамілія будущего президента более-менее вирисовувалась. Конечно, не с таким, возможно, большим разгромными процентами, но так проголосовали избиратели, так они выбрали в день голосования. По поводу возможных разочарований, естественно, они будут. У нас всегда к действующему президенту относятся достаточно специфически. И, естественно, голосовало за, когда за человека голосуют более 70%, причем разные категории, разные избиратели, они вкладывают, видят что-то с каждой свое. Некоторые видят там какие-то шаги, связанные с экономикой, кто-то больше связывает с международной политикой и так далее. Но, во всяком случае, будут ждать очень быстрых изменений, потому что голосовали за изменение политического истеблишмента, за изменение за новые политические реформы, за изменение вообще политики страны. И понятно, что ожидания будут ждаться слишком быстро, потому что президент, он не обладает настолько большими полномочиями, чтобы все настолько быстро поменять, он не может поменять экономику, да и плюс многие, скажем так, ну, требуют времени, а люди будут ждать здесь и сейчас. Во всяком случае, после обещаний полученных, они будут ждать результатов здесь и сейчас. А, Юрий Борисович, скажите, первые 100 дней, что они покажут? Покажет, насколько реально сформирована команда у президента, раз. Второе, насколько он будет выполнять то, что у него было записано. Во-вторых, самое главное, это разворачивающаяся, как вы правильно сказали, предвыборная кампания по выборам в парламент. И как он поступит, в смысле, будет ли инициирована
так называемый досрочный роспуск парламента, хотя это маловероятно, практически невероятно, в силу чисто временного фактора и конституционных ограничений. И самое главное, мир будет присматриваться к тому, как он будет выполнять свои внешнеполитические обещания. Потому что наряду с теми вопросами, которые были связаны с внутриразвитием, и его очень большой процент, который он получил, связан с инерцией революции достоинства, потому что после нее ждали очень быстрых перемен. Их не было. И вот это вот разочарование в скорости реформирования страны в значительной степени определило количество тех недовольных. Это в значительной степени протестное голосование. Недовольных тем, как реформировалась и двигалась страна. За 100 дней ничего изменить нельзя реально, потому что экономика – крайне инерционный механизм. Раз. И самое главное – мы парламентско-президентская страна, и ограниченные полномочия президента внешней политикой и безопасностью. А в основном от него ждут решений в области экономики. И вот этого как раз он сделать не сможет. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, дійсно економіка сьогодні буде такий штиль, чи можна так сказати? Ну вот на сегодня мы имеем очень специфическую ситуацию, когда пришел новый президент, и у него де юре нет поддержки в Верховном Совете. И теперь в ближайшее время до новых выборов он должен опираться на тех депутатов, которые выбирались по другой программе, по другой системе. Исходя из этого, они должны будут его слушать и должны будут как-то к нему относиться. Но набрать при этом большинство для того, чтобы внести изменения, какие он доминировал и рекламировал, выступая перед людьми, это сделать будет очень-очень сложно. И я полностью согласен с коллегами, а больше невозможно. Поэтому я считаю, что ни досрочных выборов, ни каких-то глобальных изменений в экономику не будет. До выборов в парламент президент страны будет формировать свою команду, будет расставлять своих людей на разные управляющие точки. И дальше уже будет ждать парламентских выборов, чтобы при избрании нового парламента получить, я надеюсь, коалицию, которая будет его поддерживать. Хотя это тоже для него будет очень-очень сложно. И потом уже, соответственно, законодательно утверждать и регулировать те программы, которые он наметил. Поэтому для президента влияние в экономику сейчас практически нулевое, потому что его рычаги воздействия Верховный Совет сейчас ему не подконтрольны. Наше суспільство дуже заполітизоване. Чи насправді це так? Ми про це зараз поговоримо. І чому так сталося? Це добре чи погано з Максимом, але про економіку дуже сьогодні хочеться поговорити, тому що дійсно ми в очікуванні, люди в очікуванні якогось економічного дива. Насправді це так? Давайте про це обов'язково сьогодні поговоримо. Максиме, отже, про заполітизованість, таку високу заполітизованість суспільства. Причому в цю заполітизованість дуже сильно влилася молодь. Це добре чи погано? І чому вона така сильна у нас в Україні? Ну, во-первых, надо понимать, что сегодняшние как бы, итоги, они рекордные по количеству, кажется, процента, да, избирателей. Так просматривал с утра ленту новостей. Вот. Это, конечно же, огромная ответственность, но и те, кто выбирает, тоже должны понимать, что президент не тот, кто вынесет за ними мусор, да? Не тот, кто платит коммуналку, да? Не тот, кто должен будет воевать за ваш дом с оружием в руках, если на вас нападут. То есть это все равно придется делать вам. То есть это огромные надежды, но если бы они еще подкреплялись тем, что все равно вы должны оставаться при этом действенными гражданами, да, это было бы очень здорово. Ну, то есть я думаю, что молодежь осознанно делала такой выбор и понимала, что в принципе весь функционал как бы это не один человек, это они тоже, ну, как граждане этой страны. Потом, разумеется, уровень напряжения в обществе высок, потому что, ну, я думаю, что это следствие, конечно, тоталитарного строя, в котором мы когда-то жили, и родились многие современные голосующие, да и сам кандидат, да, тоже как бы из тех же, из того же поколения. И мы до сих пор, к сожалению, дихотомичны. То есть мы до сих пор очень часто делим на своих и чужих, да, вот, на своих и, ну, мягко скажем, оппонентов, да. Ну, то, что пишут в соцсетях сторонники обоих кандидатов, как бы, да, ну, это вообще не поддается никакому здравому смыслу на самом-то деле. То есть, ну, мы на самом деле граждане одной страны. Вот.
Кто-то думает по-другому, он не враг и не предатель, как бы, и не злоумышленник. Он такой же человек с убеждениями. Максиме, ви мене шокували, сказавши перед ефіром про те, що за останні два тижні звернень до вас в рази побільшало. Що насправді настільки це вплинуло на психологічний стан виборців? Смотрите, был такой философ, психолог Эрих Фромм. Думаю, что коллеги все про него слышали, да, и зрители тоже знают. Он писал, что в такое смутное время активизируется такой тип личности. Он не совсем научный, он такой социально-философский более, это как разрушитель. То есть те, которые недовольны существующим строем, вот вообще в принципе недовольны. И делают все при необходимости, при толчке, да, чтобы разрушить то, что считают причиной своих несчастий. Ну, как бы строй и так далее. Да, вот мы видели на прошлой неделе вот эти минирования, да, госорганов, там, мостов и так далее. Это как раз вот проснулась вот эта вот часть, да, деструктивная. И часто, конечно же, она сопряжена с тем, что эти люди не всегда психически здоровы, к сожалению. То есть такие социальные процессы и потрясения, ну, какой у нас является выборы, да, они активизируют не самую приятную часть общества. Ну и опять же, да, общее напряжение, плюс весна, сезон обострений во всех абсолютно заболеваниях, в том числе и психических, дали свои плоды. Вот у нас были случаи, когда приходили люди уже вот в манифесте заболевания, и буквально с порога нужна уже была врачебная помощь. То есть как бы это ужасно, но такого количества, как за прошлую неделю, не было еще ни разу. Вот, ну, наверное, за 2-3 года. То есть обострение есть, это как бы индукция. То есть когда общество напряжено, части максимально неустойчивых психических членов передается напряжение. Куда оно их толкнет? На что? Вот прогремели взрывы на Шри-Ланке, да? То есть кто это, что это? Да, у нас, слава богу, обошлось. Но вот в такое время, конечно, надо бы за психикой народа как-то следить. Вот, и конечно, краще зробити по-європейськи, мати свого дійсно психоаналітика, чи просто людину, яка тобі розкаже, як правильно, чи варто вже звертатися за такою високопрофесійною допомогою, чи можна просто прийти на консультацію, просто поговорити і розставити всі крапки над «і», принаймні для себе. Правильно разумею? Ну, это так называемая психоэдукация, да, которая есть в Европе. То есть, когда людям вообще рассказывают, как это все работает, как работают манипуляции, да, как работает, ну, психологическое что воздействие. Где манипуляции? Разрезняли эту межу между манипуляцией и реальностью, которая на самом деле есть. В Украине на сегодня творится анархия в отношении психотехнологий. Вот они применяются бесконтрольно, нет запрещенных вещей, как, допустим, есть в той же Европе, США и так далее. Да? Поэтому у нас сегодня, к сожалению, часто эксплуатируются все приемы. То есть у нас как вот в некоторых единоборствах, да, вот на публику позволены все приемы для зрелищности. И это, конечно, очень сильно печалит, ну, как специалиста. Понимаете, вот средний век, и мій век, будем говорить, мы уже трошечки десь чуть-чуть маем эту межу разрезнять. А мы с вами говорили, с Андреем, мы с вами говорили про то, что молодь, вона дуже заполітизована була. І не таємниця, що сьогодні вона була найактивнішою на цих виборах. Максиме, як на ваш, Андрій, ваш і ваш Юрію, і на Кирила погляд, що потрібно зараз перші кроки зробити, щоб не було розчарування серед молоді, тому що вона взагалі розчарується в усьому, і в суспільстві, і в виборах, і в самому державотворенні. Що потрібно зробити, Андрію? Ну, если говорить чисто с политологической точки зрения, если они впервые пришли и сделали реальный осознанный выбор, то, конечно, им желательно не выключаться окончательно из политического процесса. То есть, если они будут делать свой выбор и принимать решения исключительно на избирательном участке раз в 5 лет, то есть следующие выборы будут только уже в 2025 году, то есть, в 2024, извините, году, то есть время пройдет достаточно много. То есть, если они выключатся из политического процесса, и в следующий раз захотят в него включиться только в 2024 году, естественно, они испытают исключительно разочарование. Поэтому, ну, определенное сейчас достаточно огромное количество участия для молодых людей в политике через разнообразные общественные организации, следить за местными политиками, участвовать в политике и так далее. Не обязательно быть очень активным, не обязательно. Но, скажем так, не бросать ее, не становиться исключительно потребителем образно того же там, психологического образно влияние, но и становиться участником, ну, это может спасти их от многих разочарований, как минимум, на мою точку зрения. Дуже коротко, еще можно Максиме, Кирило? Ну, демографически голосовало поколение, которому около 30. То есть у них были первые взлеты, сопряженные с событиями там, 5-летней давности, да, ну, взлеты, достижения. Сейчас они ближутся к 30, и возникает вопрос, да, а что можно, а можно ли чего-то большего? И эти годы как раз самые результативные. То есть не хочется, чтобы они их потеряли зря, они этого не простят.
потому что их следующая дата как бы просто выключит их из актива, если они не получат еще больше подтверждения своей компетентности и значимости как учтивого гражданского общества. В экономическом плане, что має зробити президент, чтобы молодь повірила в те, что насправді може щось змінити сама? Своими силами. Любой руководитель любой территории должен показать основные направления развития на ближайшие, соответственно, свои 5 лет. То есть, что он хочет достичь в экономической сфере. Будем развивать крупный бизнес, будем развивать малый бизнес. Как будет происходить система налогообложения, заработными платами, социальной помощью и тому подобное. То есть, четко описать цифрами, показателями, что он видит за ближайшие достижения 5 лет. И тогда проще его и контролировать, а ему проще, соответственно, говорить, выполнил или не выполнил. А если мы опять будем улучшать уровень жизни населения, то список населения надо приложить сразу. Юрію Борисовичу, дивіться, нам, людям, які живуть просто у Дніпрі, чи просто у Покрові, чи просто у Вакулівській громаді, чи навіть у Межівській, яка зовсім десь там на кордоні іншої області. Скажіть, будь ласка, поясніть нам, будь ласка, ось це, про що говорять так часто, про дострокові, останнім часом, парламентські вибори. Що цей місяць може вирішити? Чи будуть вони в вересні, чи будуть вони в жовтні? Це вибори, звісно, ну, може бути, там в октябрі будуть, там, де їм час і срок, парламентські вибори. Ну, тут дуже простий календар. Після об'явлення, офіційного об'явлення, місяць новий президент буде інаугурація. Конституція определяє чітко, что досрочные парламентские выборы можно только в том случае, если, ну, в частности, развалится нынешняя коалиция. Если будет она развалится, допустим, то месяц, там даже немножко больше времени на формирование новой коалиции. И только если новая коалиция не будет собрана, то у президента появляется формальная причина распустить парламент. Но там наступает 6 месяцев, когда Конституция запрещает распускать парламент в любом случае. Поэтому... То есть это, снова же таки, манипуляция? Да, это просто такая политтехнологическая, ну, я бы сказал, в некотором роде страшилка, которая призвана была обеспечить в нынешнем парламенте формирование группы, которая будет основой возможной временной коалиции под нового президента. Насколько эта технология окажется успешной, сказать сейчас достаточно сложно, потому что слишком много противоречивых интересов сосредоточено в нынешнем парламенте. И второе очень важное обстоятельство. Насколько все действующие лица в будущей кампании к ней готовы. В том числе развернута соответствующая инфраструктура, в том числе у партии «Слуга народа», который вроде бы представляет новый президент. Потому что это один раз можно выиграть виртуально. Парламентские выборы виртуально не выигрываются. Поэтому придется разворачивать все по канонам политтехнологии. Чи може з'явитися ця зараз нова політфракція, будемо говорити, партію нового президента? Ну, такая попытка будет сделана. Она уже, собственно говоря, происходит. Эта попытка реализована. Наскільки реально вона буде реалізована? Ну, это очень сказать сложно, потому что... Який відсоток дає? Ви завжди, все, що ви говорите в цій студії, Андрій, і ви, і Кирило, завжди відбувається майже на 100%. Нет, в данном моменте сейчас, на этом этапе, а уже через месяц это можно будет сказать более точно, это находится в зародышевом состоянии. Начинается броуновское движение в нашем парламенте. Броуновское движение, оно же ведь вероятностное, оно не подлежит какому-то детерминированному подходу. Поэтому сказать, что и как будет сформирована эта группа, сейчас невозможно. Но где-то через месяц после инаугурации очень многие диспозиция сил, в том числе и в нашем парламенте, она в значительной степени прояснится, как внутриполитическая, так и внешнеполитическая. И кроме того, через месяц уже начнутся колебания в общественном настроении. Ведь мы говорили о том, что вот наша молодежь, она слишком большие надежды возлагает на то, что вот она так проголосовала и так далее. Но у этой медали есть вторая очень опасная сторона –
потому что если ее надежды быстро не реализуются, то это прямой путь к усилению радикализма, в том числе в очень многих, как социального, так и политического. И это та большая опасность, о которой сейчас не говорится, но которая присутствует. Ви сказали, за місяць уже буде більш-менш зрозуміло. Ну, якщо говорити про офіційний старт парламентських перегонів, то це 29 липня. Давайте зустрінемось на початку липня і поговоримо. Тоді будемо дивитися, яким чином буде формуватися далі політична карта нашої країни. Говорять чимало і про те, що можливі дострокові місцеві вибори. А, пане Андрію, що ви скажете з цього приводу? Наскільки вони реальні провести їх, скажімо, разом з парламентськими? Нет, скорее всего, это нереально. Это же манипуляция. Да, потому что действительно, вот правду говорили до меня. Во-первых, кандидатура того же президента. То есть ему сейчас очень важный этап позиционирования своей команды. Он на самом деле впервые откроет, вот как было объявлено, через неделю презентует свою команду. Сначала ему надо презентовать свою команду, а потом ему необходимо презентовать партию. А кто входит в партию, какие люди будут ходить, это достаточно, ну, очень длительный процесс. А если к этому еще добавить презентацию партии на региональном уровне... Але ж підтримка на региональном уровне також потрібна. Тут говорять, що можливо... Що скажете, чи можливо у нас тут, у Дніпрі, у депутатському корпусі міста, в депутатському корпусі обласної ради якісь переформатування груп чи коаліції? Ні, ну, як показує нинішній городський совет, як у нас швидко розвалюються деякі политические партии и фракции, то может быть все и может достаточно быстро сформироваться. Ну, я думаю, будут ждать до 2020 года, потому что, во-первых, надо сформировать региональную структуру, надо провести переговоры, надо определиться с тем, кто хочет войти в эту партию и кого хотят видеть в этой партии, потому что это могут быть разные люди. Потому что все понимают, что да, вот есть лидер у политической силы, он представляет на уровне Киева, но в городском совете будет сидеть совершенно другой человек, и люди будут, избиратели, смотреть уже конкретно на депутата. То есть новых фракций или групп ни в областной раде, ни в областной, ни в міській раді не з'явиться, скажем, в ближайшие два месяца? Ну, нет, 100%. А до выборов, до осени? Я думаю, парламентские будут ждать, будут очень сильно зависеть от результатов парламентских выборов. Что вы скажете? Ну, возможно, еще только областные в случае будет смены губернатора. Возможно, если такое, буде. Если будет смена губернатора. А что вы скажете? Тут возможны, как говорится, варианты. В принципе, на местном уровне будут ждать развития событий в Киеве, потому что, в первую очередь, не очень ясна позиция президента и его политической силы, которая возникнет вслед за ним, по вопросу децентрализации. Потому что ведь реформа децентрализации, она далеко не завершена, в том числе и финансовой децентрализации. И поэтому очень отношение региональных элит, не только в нашем городе, в нашей области, а и в других важнейших центрах, типа Харькова, Одессы там, и так далее, оно очень во многом будет определяться именно этим развитием событий. Если процесс децентрализации пойдет вглубь и вширь, то тогда значительная часть политической жизни сместится в регионы, и вес и значение региональных выборов не очень сильно возрастет, как на местном уровне, так и для Киева. Если же процесс этот затормозится, то это вызовет некоторое напряжение в отношении Киева и регионов. И вот как трансформируется это напряжение – сейчас предсказать очень сложно, потому что все зависит от того, как пойдет этот процесс. Скорее всего, этот процесс пойдет только после уже парламентских выборов, когда сформируется новая коалиция, когда будет ясно взаимоотношение парламента и президента, и будут они в одной связке, или наступит, опять начнется противостояние. Вот тогда региональные элиты и начнут выбирать, что для них важнее и что для них лучше. Скажіть, будь ласка, ця картина буде більш зрозумілішою за місяць-два, як ми думали з вами зустрітися, з приводу того, чи з'являться у нас нові групи, фракції в обласній і міській раді, чи ні? Що скажете? Навряд ли це за два місяці произойде. І до
выборов парламентских ожидать каких-то изменений, новых групп не варто? Скорее всего, нет, потому что непонятно, какие политические силы будут играть реальную роль даже на парламентских выборах на данный момент. Что будет с той же солидарностью? Насколько она будет развиваться, насколько она сохранит избирателей. Новые политические силы могут появиться до старта парламентских выборов? Конечно, такое большое количество кандидатов в президенты, которые было, многие будут это использовать как основу для будущей кампании именно парламентской. Добре, тоді потрібні зміни в законодавстві, який прохідний бар'єр тоді має бути, і наскільки їх реальні шанси війти до парламенту нових політичних сил? Новых политических сил, ну, в зависимости, ну, я думаю, не очень большие на самом деле, никаких таких очень глобальных, серьезных политических сил не сформировано. Но, опять же, все будет зависеть от того, как развиваются штабы. Сейчас сложно говорить, потому что мы даже плохо знаем, кто туда будет входить, сложно говорить. Не, понятно, что очень сильно поменяется, потому что уйдет несколько... Парламент изменится сильно. Конечно, уйдет несколько... Тобто, минулого разу мин на 43%, если я не помиляюсь, изменился склад парламента. Да, ну, к примеру, там та же партия Народный фронт, она вообще неизвестна. Будут ли идти на выборы, а депутаты, куда они денутся, в какую политическую силу они перейдут, то это большой вопрос. То есть, в принципе, не, новые партии, скорее всего, появятся и 100% появятся. Просто какие сейчас, предугадать сложно, как будут переформатировки. Есть одна тонкость. Дело в том, что мы понимаем под новыми политическими силами. Если это возникновение принципиально новой партии, так, то она не сможет принять участие, потому что в парламентских выборах она, должна год, она должна год до этого быть образована. То есть реально... Они могут влиться, новые политические силы, влиться уже существующие проекты. Реально реинкарнация каких-либо уже существующих и полуживых политических сил. Но с новыми обличьями, скажем. Да, это возможно. Но это вопрос тоже очень сильно определится именно расстановкой политических сил к началу, ну, ко второй половине августа, когда станет ясно, в каком направлении... По крайней мере, команда нынешнего президента, уже нового теперь, будет двигаться и как она будет настаивать на формировании такого парламента, с которым ей было бы удобнее всего работать. Насколько это у него получится, сейчас сказать очень сложно. Скорее всего, это встретит определенное сопротивление. Угу, ось так навіть. Ну і давайте перейдемо, тому що час дуже швидко плине. КМІС провів соціальні дослідження, соціологічні, даруйте, дослідження з приводу того, що очікують сьогодні українці найбільше, найбажаніші очікування українців. Так ось, серед тих, чого найбільше прагнуть українці, це зняття імунітету. Причому зняття імунітету з різних гілок влади. Із суддів, із, будемо говорити, із парламентарів, і, звичайно, законопроект про імпічмент. Це реально найближчим часом ухвалити законопроект про імпічмент, зняти недоторканність і так далі. Що скажете, Андрію? Якщо зняти недоторканність суддів, ми можемо уйти з розряду демократичних государств, тому що судді, неприкосновенність судді від політичного давлення на них, в принципі, должна гарантироваться любой страной, которая претендует на называть себя демократической. Ну, конечно, насколько с точки зрения, скажем так, если действительно ожидают, с точки зрения будущего президента, то если такой законопроект, хотя бы законопроект будет подготовлен, будет подан на рассмотрение Верховной Рады, это уже будет большой плюс, насколько он будет принят или не принят, это уже... С этим скликанием, что скажете, Юрий Борисович? Нереально, потому что подобного рода законопроект должен войти как составная часть Конституции, а изменить Конституцию можно только на двух сессиях Верховной Рады, и решение должно быть заключение Конституционного суда. Это, по крайней мере, процесс на один год. Даже если бы этот законопроект был принят сегодня, то реально о нем можно было бы говорить где-то через год, а то и больше. Поэтому это не более чем обычная политтехнология, которую по понятным причинам использовал один из кандидатов, а теперь уже президент. К тому же нет самого закона, он очень противоречиво устроен, закон об импичменте. Его нужно, во-первых, очень четко сформулировать, и, во-вторых, за основу, какую модель импичмента взять. Потому что есть американская модель, есть европейские модели. И здесь у наших правоведов довольно большие расхождения во мнениях.
Поэтому... А яка модель, на ваш погляд, найприйнятніша для нашої держави? Знаете, парламентско-президентской эпохи? Ну, в чистом виде такое, нам не подходит ни американская модель, потому что там президентская республика. И европейские модели, они связаны с тем, что там, ведь в Европе в основном парламентские демократии, где президент имеет представительский характер, носит, и полномочия у него представительские. Поэтому импичмент президента там принимается в основном в парламенте, а не все вот таким вот образом достаточно сложно. Поэтому нам придется вырабатывать собственную модель. А здесь у наших правоведов и специалистов по государственному устройству и управлению очень большие разногласия по этому поводу. Мне представляется, что сам по себе закон об импичменте вызовет настолько большое напряжение, что я бы вообще сейчас не рекомендовал им вообще заниматься, потому что у нас в стране есть более существенные проблемы, чем вопрос импичмента. И вопрос снятия недоторканности. Мне кажется, что здесь нужно подходить к этому вопросу более взвешенно. И мне представляется, что... Чтобы не было расправы, вы имеете на увазе? Ну вот если парламентариев можно лишить этого, потому что в европейских странах этого нет. Там есть это только на период сессии. А в остальное время это обыкновенные граждане. Что касается судей, то здесь нужно подходить более взвешенно, потому что это европейская, американская, североамериканская практика, и это определенная гарантия демократичности устройства государства. Вопрос не в недоторканности. Вопрос в реформировании судебной системы. Вот здесь споткнулся в значительной степени уже теперь бывший президент. Он пока еще действующий, но через месяц станет бывшим президентом. И это, об этом мало говорилось, но на самом деле это одна из важнейших составляющих его того, что он проиграл эти выборы. Максим, скажите, пожалуйста, чи от як людина, яка так багато часу і так багато уваги приділяє вивченню саме психології людини, чи варто у нам уже знайти якусь вакцину, яку б можна було зробити, якесь щеплення, щоб від цих маніпуляцій нашу свідомість вберегти? Дуже коротко. Яких саме? Ну, яких саме і на маніпуляції виміти? Да. Ну, універсального средства на самом-то деле нет. Ну, во-первых, это грамотность. Ну, грамотность экономическая, обізнаність. Политическая. Вот. Мы до сих пор делаем все на эмоциях, ну, делаем все сердцем, да, это выглядит красиво, масштабно, ну, грандиозно, но не хватает грамотности в поступках, правовой, ну, хотя бы элементарно. Мы должны прививать на уровне, не знаю, там, ну, если не средней школы, то хотя бы университетов. Но мы все знаем, да, как мы с трудом переживали там разные непрофильные предметы, да, которые нам читали. И я, к сожалению, тоже. Сейчас я понимаю, сидя с коллегами, что ну, больше нужно было внимания той же политологии уделять, да, и эконом-теорию нужно было. Но опять же, да, кто как читает, есть молодцы, которые дают информацию доходчиво и в контексте того, чем на самом деле мы живем, а не просто взагалі. Ну, грамотность. И, конечно же, то сейчас вводят в школах критическое мышление, да, вот есть такая концепция. Ну, и вот его бы, да, его бы еще в вузах побольше, да, его бы еще вот... И чтобы мы відповідальніше ставилися до вивчення такой дисциплины. Еще бы я порекомендовал, ну, вообще, и как бы избирателям, просто гражданам, есть простое психологическое правило, ну, как бы оно везде, в конфликте, в манипуляции, вот, не ведись. То есть, если ты чувствуешь, что начинают цеплять твои чувства, и ты не можешь держаться, вот лучше держаться от такого спикера подальше. Не вступати в контакт, серйозний, дискусію має на увазі. То есть от вас хотят, чтобы вы проявили чувства. Только вы проявили чувства, да, вы уже вовлечены. Вы уже в движении, в толпе, в массовке. И потом в итоге не совсем комфортной ситуации. То есть не вестись, не давать брать себя за чувства, да, за живое, как говорят. То есть если кто-то это делает легко и быстро, тем более с такого источника экрана телевизора или панель Фейсбука, да, то точно надо быть осторожным. Потому что как раз этого и ждут маніпулятори. Тобто нам потрібно вакцину від соціальних мереж, я зрозуміла. Так, називається ні. Я добавив, що треба, Євдошко, убирати, скажімо так, слишком много надежди з політичної сфери, тому що люди... Від політики не чекати чогось... Да, но люди голосують, слишком много своїх надежд, чуть ли не личних в житті, починають вкладати вот, в голосування за президента. Президент може змінити курс розвитку, може змінити політичну сферу, може змінити якісь законодавчі рамки,
рынке работы, но он не изменит полностью жизнь человека, потому что она не полностью зависит от постоянного контакта с политикой, ну, если вы не политолог, конечно. У нас есть два механизма, ну, вот они ведущие, да, у наших сограждан, да, да и у нас с вами очень часто. Это либо отрицание, когда вот нас не устраивает все в реальности, вот в конкретной личности, и мы готовы вот полностью это все отрицать и придумать свою реальность. Вот сейчас, как бы так, ну, возможно, в чем-то мы придумываем новую реальность, да. Сойдется, как бы, с реальными факторами, будет чудесно. Не сойдется, ну, может быть, горько. Вот. И второй механизм, конечно же, это проекция. Да? Когда мы то, что хотим, то и видим. Это все, что мы выбираем это себе мужа или жену. Да пока мы любим, пока мы горим, пока мы терзаем страстью, это идеальный человек. Не хватает только нимба. Но приближаясь, как бы уже пощупав и находясь рядом, мы замечаем, что есть шероховатости, да, местами позолота отваливается. То есть вот есть такое. Поэтому... Будемо вірити в те, що позолота не буде відвалюватися, і будемо вірити в найкраще, тому що родини, насправді, ну, дуже... Ну, я розумію, що дуже багато у нас розлучень, але оце почуття, воно все одно залишається людей, якщо вони покохали один одного. Кирило, грамотність, обізнаність. Дивіться, от зараз нам простим все частіше ми чуємо, читаємо в соцмережах, чуємо з телебачення дефолт, можливий дефолт. Ой, а що буде з курсом долара, а що буде з курсом гривні? Кирило, розкажіть, будь ласка, на що зараз нам в першу чергу треба не вестися? На вот эти вот слова, которые вы сказали, на них вестись ни в коем случае нельзя. Если где-то в новостях будут слышны эти фразы, надо от них уходить, идти, правильно говорят люди, к любимым людям, и начинать их целовать, обнимать, готовить вместе продукты, готовить вместе еду, ходить вместе за продуктами, гулять на свежем воздухе и меньше обращать внимание на эти вещи. Почему? Потому что те термины, которые вы сказали, они очень-очень глобальны. Вот в контексте того, что говорили коллеги, я хотел бы сказать, основная проблема на сегодня в Украине связана с людьми. То есть у нас нет людей. И вот проблема партии, проблема выборов в местные советы, в государственный совет связана с одной единственной ситуацией. Какие люди туда придут? То есть это могут прийти старые люди, которые были в других партиях, а теперь, соответственно, обретут новые лики и скажут, что мы теперь за нового президента будем идти по новому направлению. Точно так же выборы в местные советы будут происходить, исходя из этого. Почему? Потому что большая часть людей, так построена система образования, они не хотят учиться. Они не имеют определенных знаний в средней школе, в высшей школе. У нас есть стандартная фраза, которую еженедельно я размещаю в нашем институте, связанная с тем, что тех, кто читают книги, будут управлять теми, кто смотрит телевизор. А у нас очень мало людей, которые интересуются саморазвитием, хотя инструментов очень-очень много. И как это сделать? Ну, нельзя за 15 минут объяснить людям, что экономическая ситуация в стране будет стабильной. Ни один человек ни в одной стране мира этого вам не пообещает. Но могу сказать, что на сегодня никаких таких ожиданий, тревог, волнений у людей не должно быть за ближайшие минимум полгода. Курс будет стабильный, ничего не изменится, ситуация будет продолжаться так, как и продолжалась сейчас. То есть мы будем жить в этой стране. Дивіться, вчителі, медики, соціальні працівники, слово дефолт ми з ними зустрічаємо, вони з ними зустрічаються дуже рідко. Простими словами, для людей скажіть, що таке дефолт і чому його не варто простим українцям боятися? І чому так часто говорять, що Україна не Греція? Дефолт – это состояние экономической неплатежеспособности кредитора. То есть, когда банк дает кому-то кредит, он оценивает кредитоспособность человека. Точно так же и оценивается кредитоспособность государства. Если государство не в состоянии выплатить по своим внешним и внутренним обязательствам, этой стране международные организации объявляют дефолт. То есть, говорят, ему денег больше не давать, он плохой, пусть сам выбирается из этой ситуации, и дальше будем смотреть, как быстро он умрет. То есть... Кирилл, смотрите, нам скажут сейчас, это тоже вчителя медик говорить, так ми ж набрали кредити МВФ, зараз не зможемо розрахуватись по зовнішнім боргах, ось тобі, будь ласка. Кредити МВФ ми беремо 28 років, і 28 років по ним платимо, тому ми їх беремо. Цих кредитів не треба турбуватися про них, правильно я розумію, Юрій Борисович? Кредити МВФ не тратяться на економіку, ці кредити йдуть на підтримання фінансової стабільності країни. И они находятся в Национальном банке Украины. Более того, это самые дешевые в мире кредиты. И проблема выплат Украины сейчас – это проблема та, которая была не этой властью, а за предыдущие годы. Поэтому, если кто-то и хочет что-либо по этому поводу сказать, пусть скажет режиму Януковичу. Спасибо. То есть, один миф развеяли. Теперь про курс доллара.
Ви ж чули ті прогнози? Чуть ли не до 100 гривень за один долар говорили. Кирило, розвіюйте ще одні міфи. Що буде з курсом долара? 35, 50, чого очікувати? Для людей, які цікавляться, хочу сказати, є закон України о державному бюджеті на наступний бюджетний період, відповідно на год. Є закон України о державному бюджеті на 2019 год, де чітко прописан курс долара на 2019 год, як його бачить правительство. Він на сьогодні записан в районі 29,3 гривень за долар. Тому в цьому контексті населення може і розраховувати середньогодовий курс таким будет. Тобто нам не варто зараз бігти терміново купляти долари і тим самим спричиняти черговий колапс в економіці, по Ні, суті. Варто йти на кухню і готувати сніданок для своєї дружини. Вечерю. Або вечерю. Смачну вечерю. Так. Можна якраз і зробити так, щоб вона дійсно була пісною страсний тиждень все так. ж таки. І вона була смачною і пісною. Ну і повернемося до очікувань українців. Головне очікування за опитанням того ж КМІСу на початку квітня – це зниження тарифів. Ой, ну тема дуже болюча для всіх і кожного. І всі, звичайно, напевне, цього очікують найбільше. Юрію Борисовичу, варто очікувати зниження тарифів, послаблення комунальних платежів, давайте скажемо так. Ну, если конкретно говорить о тарифах на газ, то снизить их реально не представляется возможным, потому что мы покупаем газ на свободном рынке, который формируется независимо от Украины, и мы можем там купить по той цене, которая нам предлагается. Мы можем выбрать того или иного поставщика и чуть-чуть там изменить цену, но в принципе цена на газ складывается на мировом рынке. Мы покупаем газ в Европе, и это реальность. То же самое относится к рынку нефти. И если в связи с изменениями там, в Венесуэле, в Иране и так далее, нефть постепенно начинает дорожать, значит, она будет дорожать. И Украина ничего не может с этим поделать. Если говорить о снижении тарифов, то тогда первый вопрос – кто заплатит возникшую разницу между ценой, по которой газ куплен, и ценой, по которой газ продан? В государственном бюджете таких денег нет, они не предусмотрены. Поэтому обещание снизить цены на газ является обыкновенной манипуляцией. Тем более, что, к сожалению, наращивание собственной добычи газа Украиной происходит не так быстро, как хотелось бы и как обещалось. Ведь если бы мы реально выполнили те планы по внутренней добыче газа, которые давались там в 2015-2016 году, то реально можно было бы на 5-7%... За сколько можно выйти на такую добычу? Примерно за 5 лет. 5 лет для этого знадобиться? Да, при этом нужно не просто решить целый ряд проблем, связанных с... Тобто не тільки мати волю. Да, это реформирование всей системы там, выдачи разрешений и так далее. И самое главное, нам необходимо привлечь внешнего сильного инвестора, который принесет в газодобычу новые технологии. Мы на сегодняшний день не располагаем такими технологиями. Нам нужно привлечь соответствующие там British Petroleum, там Exxon, Mobil. Вот тогда мы можем нарастить. Может быть, тогда и нам понадобится 2,5 года. Швидше. Да, все зависит от того. И тогда реально можно будет говорить, если мы покроем собственные потребности внутренней добычей газа, а она гораздо дешевле, чем мы покупаем на мировом рынке, то тогда реально можно будет говорить о том, что мы можем снизить цены на газ для промышленности и для населения. Но для этого нужно так много реформировать в нашей стране, что я не представляю, как при самых больших усилиях президента, парламента и всего истеблишмента, это можно в силу инерционности экономики и финансов, это можно решить в течение, ну, минимум, при наращивании добычи, на это понадобится минимум год-полтора. Угу. Але це головне, перше, номер один очікування українців і новообраний глава держави це розуміє. Андрію, як бути?
Концентрироваться на прискорении расследований коррупционных злочинов. Ага. Не, на самом деле, ну, эти обещания есть, и проблема даже, кстати, не в действующем президенте, ну, будущем, вернее, президенте, победившем. Об этом очень много говорили все кандидаты, особенно кроме действующего. Об этом говорили очень много. У нас будут новые обещания попереду парламентские выборы? Да, будут снова обещания, ну, мне сложно сказать. На самом деле, очень много по поводу повышения этих же тарифов, очень много было связано с теми же гарантированием кредитов. Мы их повышали под кредиты. То есть это на самом деле система достаточно сложная. Вы же не думаете, что действующий президент или политическая сила, вот они повышали, потому что они вот такие плохие. И они, если бы они, у них была возможность перед выборами сделать снижение тарифов, я думаю, они бы пошли на это в первую очередь. Это было бы в их интересах. То очікувати найближчим часом снижение тарифов не варто. Не, возможно, какие-то, вот совершенно правильно, возможно, какие-то подвижки. На самом деле, опять Але же, за рік півтора. Здесь нету волшебной палочки, когда просто меняем человека на посту президента, и меняется все в этой стране. На самом деле, это работа, это развитие. Здесь больше с экономикой много связано. Здесь это невозможно сделать направление за несколько дней, за несколько месяцев. Підвищення мінімальних зарплат, особливо пенсій. Кирило, чи варто очікувати? Ну, я думаю, что до выборов в парламент, вы же поймите, мы сейчас разговариваем о том, что пришли новые силы, но и старые силы, соответственно, не хотят быть невостребованы. Они сейчас по максимуму будут создавать и созидать для того, чтобы в парламентских выборах сохранить хотя бы то, что имеют на сейчас, и не потерять свои, как они называют это, штыки. Поэтому они будут придерживаться тех обещаний касательно повышения минимальной зарплаты, касательно повышения пенсий. Почему? Потому что есть закон Украины, а государство, государственном бюджете, который запланирован, принят и который, соответственно, должен выполняться в соответствии с требованием действующего кабинета министров Украины. А что будет после выборов в парламент, то уже совсем будет другая история. Але ж колоссальный разрыв, навіть між мінімальною зарплатою і мінімальною пенсією. 4 с гаком и всего 1,5. Как выжить на 1,5 тысячи? Нет, проблема пенсионного обеспечения очень тяжелая. Не только я в розумію. Украине, и в Европе. И решить ее ни президент ситуацию? Ничего не может сделать. С моей точки зрения, льготная система налогообложения. Развитие малого и среднего бизнеса для того, чтобы они дали больше налоговых поступлений и эффективное расходование полученных налогов как государством, так и местной властью. У нас возникает очень много проблем, связанных с тем, что местные бюджеты на сегодня, благодаря децентрализации, получают сумасшедшие денежные средства и строят у себя в ОТГ, там, трехполосные дороги, автобаны, альтернативную электроэнергию, потому что у них нет полномочий повышать пенсии для своего населения. И здесь можно было бы сделать какую-то корректировку. Тобто, зміна податкового законодавства, на ваш погляд, якимось чином може якимось змінити ситуацію? Конечно, но это обязательно будет так. Бизнесу, ну, надо понимать систему налогообложения. Чем дешевле и проще ему вести бизнес в этой стране, тем больше бизнеса будет к нам приходить, и инвесторы будут у нас развиваться. Юрий Борисович. Для того, чтобы повысить пенсии, нужно иметь рост ВВП не 3,5 или 2,5 на будущий год, а минимум 7,5-8%. Вот если мы будем иметь 8% роста ВВП в стране, тогда можно будет реально говорить о том, чтобы минимум на 50% увеличить пенсии минимальные, ну и, соответственно, дальше по разряду. Дуже швидко плине час, дуже важлива тема. Ви вже сказали, Андрію, прискорені розслідування кримінальних злочинів. Такі очікування, я так розумію, також серед пріоритетів наших співвітчизників. Чи варто очікувати? Дуже коротко. Ну, якщо коротко, я вам скажу просто, откуда цей вопрос. Тобто, зараз створилось достатньо багато антикорупційних структур. І те, що требує будь-який житель країни, він требує ефективності. Він має розуміти, що не просто створен новий орган, він має бути, по його мненню, ефективним. Тому от будущий президент має зіткнутися з тим, що він має активизировать. Нужны дела, нужны громкие дела, которые будут освещаться. Ну, я имею в виду не просто выбрать людей, а действительно антикоррупционные расследования, которые будут заканчиваться реальными посадками, ну, и конфискациями имущества, потому что те дела громкие, которые не заканчивались ничем, они не добавляли, скажем так, уважения ни данному органу, ни действующей власти. Это реальное ожидание, и которое реально может здійснитися. Я правильно понимаю, если тарифы там у нас под сумнівом, если, скажем, ожидание людей
на зниження тарифів, у нас під сумнів нереально їх найближчий рік-півтора принаймні знизити, то це очікування цілком реально виконати, правильно розумію? Ну, много буде залежати від політичної волі, від смілості, скажімо так, від небоязні поссориться з іншими опозиційними структурами, можливо. Ну, це повинна бути определена воля, ну, це, думаю, можливо. Коли почуємо інформацію від новообраного президента про його команду, його пропозиції, принаймні за його квотою, ми говоримо про міністра оборони, ми говоримо про голову СБУ, ми говоримо про керманича Міністерства закордонних справ, генерального прокурора. Ну, было объявлено, что через неделю, вчера было, объявлено, что через неделю мы увидим полный список. Ну, будем ждать, пока есть разные идеи, кто займет такой. Ну, вы же поймите, договоренности на том этапе, когда был кандидатом, и на том этапе, когда будущий президент, они немножко разные, должны пройти переговоры между людьми, хотят они занимать должность, нет, насколько... И надо же понимать, что новую команду будут рассматривать и СМИ, и избиратели очень детально. Чи побачимо ми тут старих нових людей? Возможно, мы увидим. Конечно, это вряд ли будут исключительно люди, пришедшие из ниоткуда. Я уверен, что в команду мы увидим и некоторых знакомых лиц. Такий кадровий голод має місце в топ-менеджменті, я розумію. Ну, скажем так, во-первых, тут не столько кадровий голод, во-первых, очень большой кадровий менеджмент. То есть это не обязательно человек, который уже работал, он мог работать несколько лет назад, уйти в из государственной в частную структуру, может снова вернуться, то есть там... Выкладать справу, скажем. Да, есть такие, ну, вроде бы как есть такие кандидаты. Поэтому, ну, представить, что это просто человек, который никогда никак не был связан с государственными структурами, ну, это сложно. Что... Наскільки кардинальною може бути зміна уряду до парламентських виборів? Ну, в плане только президентской квоты, и то, опять же, по договоренности с парламентом. Насколько парламент пойдет на это достаточно серьезный вопрос, скажем. Чи побачимо ми на Банковій посадовців, скажімо, з Дніпропетровської області? Я маю на увазі якихось, будемо говорити, активістів, політиків і так далі. Що думаєте, Андрію? Не знаю, сложно мне сказать на этот вопрос. В принципе, во время избирательной кампании на самом деле не так уж активно и акцентировалась связь с Днепропетровской областью на справді. Ну, возможно, кто-то и появится из знакомых нам. Чи взагалі очікувати Дніпропетровщині від того, що відбулося у нас ось 21 квітня? Я бы не стал сейчас на данном этапе рассматривать региональный разрез вообще, потому что сейчас все будет концентрироваться в Киеве, на договоренностях, и украинская политика очень сложна. И в том числе, и даже если президент и внесет какие-то кандидатуры на те должности, которые по Конституции находятся в его полномочиях, то это очень большой вопрос, как это все пройдет через парламент. Потому что мы уже говорили о том, что в парламенте будет достаточно серьезное сопротивление. И вот как будет переструктурирован парламент, вот это и является очень большим вопросом. И последнее. От того, какие кандидатуры будут названы, очень много проявится в том, в каком направлении будет развиваться политика нынешнего президента, когда он вступит в должность. И уже тогда можно будет очень много предполагать, в каком направлении будет, ну, в частности, внешняя политика. Потому что в этих условиях фигура, например, министра иностранных дел будет в значительной степени... Дуже знаковою, да, для Украины и для зовнішньої політики. Определяющей, в том числе и в первую очередь для наших партнеров на Западе, в Европе и в США. Ну, мы с вами зобов'язалися, что за місяць-два обов'язково зустрінемось, коли буде більш чітка картина і зрозуміліша, щоб донести, щоб ми знову не куплялися на маніпуляції і красиву агітацію. Тому що нам треба бути дуже сильними цей рік, адже дві виборчі кампанії і дуже серйозні кампанії. Ну і у нас вкотре сварилися не лише в соцмережах, а й в родинах. Після 2004-го скільки пройшло часу, щоб оці пристрасті втихомирилися, Максиме? В середньому около полугода. Если мы говорим о разборках между роднёй, да, кто за кого, это в основном старшее и младшее поколение, порой даже муж и жена, порой даже работники одного коллектива, начальники подчиненные, то есть, ну, такое было, как бы, как у любой конфликтной ситуации, оставляющей
по себе посттравматическое состояние у всех участников, сроки стандартные, месяц, полтора, полгода, год. То есть обычно, как говорят, попускает. Як за цей період не втратити здорового глузду і де черпати оту мудрість і оті терпіння сили? При всьому уваженні президент зміниться через 5 лет. И опять же, да, как он сменится и кем он станет потом, лично для вас, да, там, для всех, кто для него голосовал, да, там, тех, кто голосовал против, может, все поменяется вообще кардинально. Вы должны понимать, что этот человек, ну, скорее всего, все равно рано или поздно уйдет там, в отставку, да, там, там, исчерпав все сроки, а куда денетесь вы с вашими близкими? Да, что вы будете делать? Отношения очень просто разорвать. А другое дело, что штопать их приходится долго и дорого с участием специалистов там, по медиации и психотерапии в том числе. И на самом-то деле, ну, стоит ли оно того? И где там уже, коли варто уже звертатися за профессиональную консультацию? Уходя далеко от всего, что сегодня говорилось с коллегами, спасибо им большое, да, мы же понимаем, что как бы разводятся и убивают друг друга супруги не из-за политических противоречий. Это всего лишь последняя капля, как вот тот незакрытый тюбик зубной пасты. То есть это всего лишь вот такой вот минимальный последний эпизод. Ну, как бы, то есть вовсе не из-за этого на самом деле. Тримати голову в холодному такому душі, будемо так говорити. Никто из наших политиков и кандидатов не виноват там в развале чьей-то семьи. Там изначально что-то было не в порядке, а просто идейные противоречия, опять же, дихотомия, да, которая возникает часто у наших людей в голове, черное-белое, свои-чужие, вот привело к такому результату. Поэтому не стоит винить. Вот, ну, у нього так много забот. А знаходити оці головні цінності для кожної родини і між друзями також. Що ж, я сказати, що вдячна, це нічого не сказати. Я безмежно вдячна кожному з вас за цю відверту і таку змістовну розмову. До зустрічі буквально за місяць-півтора, ну максимум два. Домовилися? Домовилися. Дякую. Старт на фініші, головний вибір не головний. Це не кінець, лише початок. Попереду нова виборча кампанія і ще важливіша уже з цього літа. І вона обіцяє бути ще жорсткішою і напруженішою. Як не втратити здорового глузду, де черпати мудрість і терпіння? Чого очікувати від зміни керманича держави? Вирішальний місяць, чи вирішить він проблеми. Про це не тільки ми сьогодні говорили з провідними експертами з політики, міжнародної економіки, міжнародних відносин і взагалі психологом, який радить зберігати голову в здоровому глузді. Правильно, Максиме? Що ж, дякую ще раз за цю розмову і всім нам, а вже ж, впевненості в завтрашньому дні і добра. Побачимось.